мы сегодня заканчиваем наш день. Эта серия будет заканчиваться вот этим мувиком. Вот он, это берег Индийского океана. Мы курим кальян и наслаждаемся жизнью, природой. Девчонки все отвернулись от меня почему-то. Ну, что делать? Это закрытая вечеринка. Я хочу научиться пускать колечки. Давай. Давай, зибари все возможно. Научись. Я не черепаха, я учусь пускать колечки. А мы едим манго еще. Это очень вкусно. Это самое вкусное манго в мире. Тань, ты согласна с этим? Вообще манго, Саша, вообще такой манго. Боже, я вообще на. А ты свою? Я вообще считаю, что после этого отпуска. Сейчас ты утопленный с аппаратом утром. Скайбар — это современный отель, такой мы по соседству находимся. Мы захотели немножко цивилизации, все поднялись и опять удивление. Зазибар очередной раз удивляет. Здесь есть сок авокадо. Просто мы его, конечно, тут же заказываем. Никогда в жизни мы ее не пробовали. Его. И сейчас будем тестировать его. Если учесть, что здесь самые вкусные авокадо в мире, то этот сок тоже вызывает просто восторг и удивление. Он тут он не тот. На Зазибаре все колбасятся вечером? Нет. Вот вечер проходит вот так вот. Девчонки, Wi-Fi. Приходят в бар куда-то, сидят. И вот так. Это не так? Дай. Абсолютно не так. А как вообще вчера проходит? Все, ложь, пиздеж и провокация. Так. Курки с тобой не согласны. А как оно на самом деле проходит вечера на Зазибаре? Каждый вечер уникален и неповторим. Да. Вот сейчас мы так сидим. Это ты меня шлангом назвала? Ты меня сейчас нахамила. Тань, стой. Пока скажу. Мы сейчас где находимся вообще? В раю. Что за страна вообще? А я уже готова. Что за страна? Что за континент хотя бы? Страна Танзания. Континент какой? Африка. Молодец. Значит, страна Танзания, остров Занзибар. Это я вам скажу, 13 марта вечер. Это уже вечер. Мы посидели на пляже, видели крабов. Мы что только не видели. Но вот такого мы не видели точно. Посмотрите. Это русалки. Кстати, из России говорят. Вот по-русски говорят. По-русски разговаривают даже. Даже думают по-русски. Блондинка, брюнетка. Вот все есть. Ну, а это вид какой-то. Я даже блондинка. Была блондинкой, стала не блондинкой. Thank you.
здесь нету. Ковида здесь нету. Что, будем после него? И вам хоть болеют. Мы до Индийского океана. Это восточная часть Индийского океана. Сторона у нас все Танзания. Танзания, этот остров Занзибар. И мы сейчас вечером на улице 25 градусов. Это вообще просто великолепный пляж. Он, притом это не песок, а ракушечник такой, такой мелкий. Обратите внимание. И сейчас великолепное время для купания. Только единственное, что здесь есть небольшие опасности. Есть всякие ежи. Вот. Людей очень много, которые укололи. Давай.